Россия стоит перед необходимостью создания современной экономики, основанной не на природных богатствах, а на человеческом капитале. Счастливый, реализовавшийся человек – главный драйвер экономики будущего, которую невозможно построить в городах прошлого. Современный город – это город, в котором хочется жить и работать. Об успехах города принято судить через цифры. Житель судит о городе из окна своей квартиры. И состояние двора определяет самоощущение горожанина. Сейчас двор – это хаос, где люди борются за общее пространство. В современном дворе учитываются интересы всех жителей, для чего создаются несколько функциональных зон. Выделенные места для парковки, игровая площадка, уличные тренажеры, площадка для выгула собак и места для отдыха и общения. Для большей безопасности во дворе устанавливается дополнительное освещение. А комфортный микроклимат достигается с помощью правильного озеленения. Разработан универсальный алгоритм благоустройства дворовых территорий. Работа начинается с определения типологии двора. Для каждого из шести типов предусмотрен свой подход к функциональному зонированию. После разбивки территории по зонам, совместно с жителями, создается концепция благоустройства. Разрабатывается и утверждается проектная документация. Далее проект реализуется при непосредственном участии жителей двора. Высокое качество проектов и их реализации станет возможным благодаря разработке единых стандартов благоустройства дворовых территорий. Стандарт поможет муниципальным властям и местным специалистам создать уникальные проекты, основанные на конкретных запросах жителей дворов. В любых преобразованиях наш главный ресурс – человеческий капитал. Нужно вовлечь жителей в процесс принятия решений о том, как будет выглядеть родной город. Именно люди должны дать мощный импульс развитию городов.